Вот такой у меня скарификатор. Аэратор. Вот, значит, такая щетка на нем. Это регулирование позиции. Выше, ниже. Вот так вычищает он сухую траву. Сейчас все это надо будет озонокосилочкой. Пройдусь, она, в принципе, неплохо собирает. Ну, что не дособерет, грабельками почистим. Вот. Ну, тут, конечно, он свежую зеленую рвет. Ну, это все вырастет. А главное удалить сухую. Вот так. Продолжаем работать.